Ну что ж, приветствую вас на очередной серии многострадального сериала про лютый мотоцикл Днепр. И начался сегодняшний день с тросика газа, бэбэшка которого порвалась в прошлый раз. Да, кстати, купил на мотоцикл вот такой светодиодный стоп с поворотами. Здесь есть как яркий стоп-сигнал, так и менее яркий габарит, а также желтые диоды поворотов. И стоять это все дело будет на задней дуге рамы. Когда она будет черного цвета, смотреться это будет, я думаю, отлично. Также я наконец-то приобрел еще одну бэушную покрышку Pirelli размером 130 80 18 радиуса. И как оказалось, она что по ширине, что по высоте больше, чем покрышка, которая сейчас стоит у меня сзади. Если по замерам новая покрышка равна своим параметрам и в ширину имеет 130 мм, то покрышка, которая стоит на колесе, при этом имеет 120 мм в ширину. То же самое и высоту. Новая резина имеет 80 мм, а старая 70 мм. Поэтому сейчас мы эту резину перекинем на тот обод, а новую покрышку поставим на задний обод, так как на этом ободе просто-напросто хорошие шлицы. Погнали! Вот это бомба! Вот именно такое колесо я видел в своем воображении. Но теперь есть несколько проблем с установкой, ведь резина шире и она немного цепляет тормозную тягу. Поэтому я разобрал механизм и с обратной стороны подложил распорку с металлопластиковой трубы, в результате чего тяга со стороны колеса немного сместилась вправо и перестала цеплять резину. Второй нюанс в том, что теперь вынимать и ставить колесо приходится вместе с редуктором, так как просунуть такое колесо через маятники тормозной колодки просто-напросто невозможно. Конечно, в этом есть некоторые неудобства, но по факту ничего страшного. Что касается расстояния между карданом и резиной, то там его не так много, как хотелось бы, около полусантиметра, но в крайнем случае при желании можно сместить двигатель вправо. Ну а теперь пришла очередь переднего колеса. Конечно, с передним колесом пришлось немножко помучиться, так как нужно было еще отцентровать положение самого колеса, так как оно было смещено из-за того, что вилка не родная, а также усадить покрышку, которая не очень хотела полностью садиться на обод. Но все получилось, и результатом я, в принципе, доволен. Вот это другое дело, друзья, у нас уже второй день, вот сейчас пришел в гараж, смотрю на это колесо, которое я поставил. Блин, конечно, радует оно глаз, мне нравится. Это максимально широкое колесо, которое можно впихнуть на Днепр, ну, без переделок, я так понимаю, потому что больше уже, в принципе, некуда. И спереди стоит теперь то колесо, которое стояло сзади. Да, друзья, сразу говорю, простите за закадровый голос, потому что неудобно, во-первых, каждую там мелочь комментировать вживую, во-вторых, что у меня здесь в гараже постоянно играет музыка, я без музыки сейчас вообще не могу. Да, кстати, если захотите вот такую прибуду себе взять, друзья, настоятельно рекомендательном, просто принудительном порядке рекомендую вам сервис Е-каталог. Если вы покупаете в интернете, то вам точно понадобится этот ресурс, ведь здесь удобные фильтры для поиска нужного товара, полное описание и характеристики, отзывы покупателей, сравнение товаров, фото и видеодемонстрация. Но главное это то, что Е-каталог не продает товар, но знает где, в каких магазинах и по какой цене вы можете купить выбранную модель. А если вам нужно самое выгодное предложение, то нажимайте на кнопку сортировки по цене и покупайте по самым вкусным ценам. Ссылки для вас в описании, уже не первое видео говорю, заходите и выбирайте все, что хотите. Я продолжаю работать. Погнали! Теперь по поводу задних амортизаторов. Я читаю комментарии и вижу ваши замечания по поводу их наклона. И действительно, решение крайне спорное. И хотя вид крутой, но при таком положении масляные амортизаторы не будут работать правильно. И с одного уже, кстати, начало вытекать масло. Поэтому, как бы этого ни хотелось, наклон нужно увеличить. А также переделать само крепление амортизаторов. А в качестве новых креплений будут уши от старых убитых амортизаторов. Still
теперь момент истины. Посмотрим все-таки, насколько изменилась подвеска, точнее ее мягкость. О да, это уже... Это просто, блядь, дубовая хуйня. Послушался, блядь, подписчиков, ёб***ь рот, блядь. Короче говоря, в расстроенных чувствах начал срезать старое крепление, как тут ко мне пришла идея прикинуть амортизаторы от ежа. Поэтому я втихую скоммуниздил с дареного коня запчасти, перелепил их на Днепр и принялся тестировать. Ооо, вот это уже дело. Реально, методом тыка, конечно, но истина найдена. Тем более, что найти качественные амортизаторы подобного формата проще, чем днепровские. Только теперь, опять-таки, обратно нужно переделывать нижнее крепление. А вы говорите, почему видео редко выходят? Это можно просто офигеть. Во-первых, я здесь бываю пару раз в неделю. Во-вторых, пока переделаешь эти крепления, короче, жесть полная. И дальше мне еще предстоит куча такой мелкой работы, где-то подварить, где-то заварить какие-то косынки. Это, короче, это занимает много времени, причем снимать это не очень удобно. Но ничего, прорвемся. Так. Хара сидеть, пошли работать дальше. А дальше мне приспичило по-быстрому сделать шаблон боковой крышки, чтобы хотя бы наглядно прикинуть, как она будет выглядеть. И после небольшой работы с ножницами прикинул вырезанную деталь на свое место. И, конечно, немного не то, но концепцию я понял. В общем, дальше я решил делать усиление рамы и по совместительству места крепления боковых крышек. Наконец-то пришло время для бака. Пора бы уже делать для него крепления, ставить и наслаждаться этой красотой. Правда, бак уже покрашен, поэтому делать их нужно очень аккуратно, чтобы не проебать покраску. О, теперь сидуха. Многие спрашивали, как я делаю основу для сидения, и если вам действительно это интересно, то смотрите. В общем, вырезаем из картона макет под раму, далее я беру фанеру, в моем случае 8 мм, это прям идеал, толще не имеет смысла, и переношу на нее наш макет. Чтобы убрать огрехи рамы, делаю сидение симметричным с помощью линейки, и вырезаю все это дело лобзом. Ух, моща, ну просто на изи. Так как у меня есть подъем, на линии изгиба делаем прорез. Ну а на этом прорезе делаем вот подобные, как видите на видео, закладухи и саморезами закрепляем на основе. Ну а дальше делаем в этом месте загиб по нашей раме, и все очень даже просто, и ничего никогда нигде не отвалится. Проверено не раз. Кстати, тут у меня не выдержало просто терпение, я решил на свой страх и риск распаковать бак. Как вы помните, Андрюха прям очень выручил меня с этим баком, так что хвала ему и респект, так сказать. Кто не в курсе, то у Андрюхи есть крутой канал и инстаграм, Chrome Custom, ссылки я, конечно же, оставлю в описании, потому что такого кента грех не прорекламировать. В общем, подписывайтесь и передавайте привет ему обязательно, потому что бак, ну вы видите, сделал прям кайфовый. Уже, кстати, вид мотоцикла потихоньку раскрывается, но здесь я заметил один косяк. Даже на резинках бак держится не в одну линию с подсидельной частью, то есть хвост бака нужно немножко поднять. Вот где-то до такого состояния. Теперь бак и подсидельная часть находятся на одинаковой визуальной линии, так что пришло время переделывать и нижние крепления. Кстати, да, продолжаем тему основы для самодельного сидения. После того, как сделал две опоры и просверлил 4 отверстия, начал ровно выставлять основу, предварительно закрепив прищепками. Ну а как выставил, с обратной стороны сделал разметку для болтов и просверлил в основе отверстия под болты крепления. Ну а дальше вкрутил болты в отверстие и прикинул на раму. Два болта прихватил к закладухам, а тем самым предотвратил их прокручивание.
фанера, конечно, немножко подгорела, но это не страшно. Между другими двумя болтами сделал перемычку, которой прихватил остальные два болта, а саму перемычку прикрутил саморезами к основе. Далее отрезал лишнюю резьбу, и чтобы наверняка закрепить болты, с другой стороны зажимаю их гайками, можно сказать, на века. Но и это еще не все. Я забыл про крепление подъема, и чтобы с установкой сиденья не было проблем, сделал вот такую планку, которую приварил к раме, просверлил отверстие в основе и вкрутил болт, который также прихватил к основе, чтобы не проворачивался. Выглядит, конечно, не очень, но видно, этого не будет, и главное, что это работает. Теперь сидуха спокойно становится на раму и закручивается на 5 точек. Ну, в общем, сидуха никуда не денется, это точно. Но это еще не вся работа. Дальше будет. А пока займемся проводкой и начнем с крепления блока предохранителей. Я решил сделать его под баком, чтобы к нему всегда был доступ, ну и чтобы его не было видно. Для этого вырезал такую вот деталь и прихватил ее к раме, а сам блок плотно входит в эту пластину. Теперь же, когда стоит бак, можно в любой момент открыть и проверить или поменять предохранители. При этом самого блока, как оказалось, не видно. Сейчас я займусь то, что очень долго откладывал, это проводкой. Короче говоря, ту проводку, которую я вот купил, говнище, конечно, это все, потому что она даже не стала на стандартный мотоцикл дня. Ну, в общем, в любом случае мне нужно это будет проводку переделывать, потому что и выводы здесь непонятно как выходят. Сейчас я буду всю раскручивать, делать сначала базовую проводку от генератора к реле зарядки, до аккумулятора и до замка зажигания. А уже, когда мы проверим, работает ли вообще генератор, потому что это тоже непонятно, посмотрим, есть ли зарядка аккумулятора, и уже, если все будет нормально, то от базовой проводки будем уже бросать провода и на пульты, и на все остальное. Но сейчас самое главное, чтобы работал генератор и заряжал аккумулятор, чтобы мотоцикл заводился, ехал и... все было нормально. Короче, разбарахолил я всю проводку и начал крутить базовую. Для плюса я взял синий провод, конец которого кинул на плюс аккумулятора. Другой конец кинул на плюс генератора. И вот плюса генератора кинул на замок зажигания. Дальше кинул серый провод на шунт генератора, а другой конец серого провода на шунт реле регулятора. Ах да, еще забыл, что один провод от плюса генератора нужно кинуть на плюс реле регулятора. Теперь берем пару лампочек и для начала делаем индикатор зарядки. Для этого один конец лампочки бросаем на ЛК реле регулятора, а другой конец лампочки идет на массу. Далее на плюс от замка зажигания бросаем вторую лампочку, это индикатор давления масла. Соответственно, второй конец от лампочки бросаем на датчик давления масла. Также от плюса замка зажигания бросаем провод на плюс самого зажигания. Теперь осталась масса, то бишь от минуса аккумулятора бросаем провод на любое место на раме или на двигателе. В моем случае оказалось, что при подключении минуса аккумулятора загорается лампочка зарядки аккумулятора. Поэтому массу от лампочки я пока что убрал. К слову, собирал я базовую проводку по вот этой схеме. Теперь же при включении зажигания загорается лампа давления масла, которая при заводке должна погаснуть. В общем, вроде бы пока что работает. Перед тем, как проверить работу двигателя и зарядку, нужно устранить пару проблем. Первое, это отремонтировать сорванную бабушку тросика газа, но уже с другой стороны. И подключить опять-таки временный бачок. Главное, чтобы цей бачок опять на пути. Короче, бабушку я напаял и подключил, и бачок также поставил, еще и бензо туда налил. Теперь уже можно проверять работоспособность схемы на зарядку. Предварительно подключил тестер и увидел на аккуме 12 вольт. Правда, мультиметр походу где пошел, так как показания, мягко говоря, нестабильные. Но хер с ним, решил все-таки заводить. В общем, понял я, что с такими приборами дела не будет, поэтому подключил контрольную лампу зарядки и решил проверять по ней. И как вы поняли, при появлении зарядки лампочка гаснет, а гаснет она при повышенных оборотах. То бишь на холостых зарядка аккумулятора или маленькая, или попросту отсутствует. Решил еще раз попытать счастье с мультиметром, но ничего не вышло. Но, эврика, тут я вспомнил, что в машине есть вольтметр от прикуривателя. Его-то я и решил использовать.
Короче говоря, опытным путем было установлено, что на холостых зарядка вообще не идет, но как только даешь немного газа, она появляется и нарастает по мере увеличения оборотов двигателя. При этом стабильное напряжение при повышении оборотов 13,7 вольт, что есть немного ниже, чем полагается. В общем, по поводу подключения и зарядки жду ваших мыслей, догадок и советов в комментариях, потому что хрен знает, нормальная эта работа или нет. В общем, немного вымотался я с этим мотоциклом и решил напоследок поддать мотивации, так сказать, и проехаться на нем. Конечно, работа продвигается не так быстро, как хотелось бы. Работы по самому мотоциклу еще хватает. Вид, конечно, тоже далеко не завершенный, но общий облик уже все-таки есть. Ну а на сегодня все. Спасибо, что уделили внимание этому выпуску. Не забывайте про священный пендель в виде лайка, доброго комментария и подписки в Инстаграме.